Мы на пасеке медовосад. Пришли нам две ценные маточки. И стоит задача, вот маточки, да? И стоит задача их быстро подсадить со 100% гарантией. То есть как сделать это лучше? Вот один из способов — на усы. То есть это достаточно быстро делается, то есть заранее семя я не готовил, то есть не успел. Вот, поэтому пробуем сейчас подсадить на усы. Я сейчас вам как раз расскажу, как это делается и как готовится улей. На хорошую семью мы ставим прокладку. Это улей Нижегородец. Вот. А снизу этой прокладки и сверху этой прокладки у нас стоит решетка для сбора прополиса. Таким образом, тепло семьи снизу проходит в верхний корпус, куда мы будем подсаживать маток. Но пчела не может пройти, она никаким образом не может контактировать с верхним корпусом, с нижним корпусом. Что мы наблюдаем в верхнем корпусе и куда мы подсаживаем пчелу? Ну, смотрите, сейчас попробую показать. Значит, что мы здесь имеем? Мы здесь имеем такой блок с двух сторон. Вот как вы видите, там двойной слой решетки. Пчелы не соприкасаются. Такой аромат липа идет. Здесь у нас стоит разделитель, заставная, теплая. Вот, это кормовая рамочка. Здесь мед, перга. Вот. И две рамки стоят. Вот уже молодая пчела выходит. И две рамки стоят у нас. То есть пчела на выходе. Вот здесь вот пчелка выходит. Поэтому называется это усы. Вот. Не очень удачно я стряхнул нектар, но тем не менее, я думаю, что все должно быть в порядке. Вот. Не должно быть здесь никаким образом взрослых пчел. Вот. Соответственно, это все закрываем сверху, чтобы воздух выходил. Вот здесь просто я использую двунитку. Вот, и закрываем сверху корпусом. Сейчас попробую. Ну и, собственно говоря, сюда мы выпускаем маточку. Вот, собственно говоря, все. Такая задача легко выполнима. Вот две семьи я подготовил. Они будут греть какое-то время, поскольку там расплода накопится должный объем. Я эту семью отнесу в новое место уже и открою литок. Семья облетится и начнет работать. Вот такой вот достаточно простой метод. Называется он на усы или на лупящийся расплод. Ну, а я вам всем желаю крепкого здоровья. До новых встреч!